клиентов стоимостью, по некоторым данным, до 50 миллионов долларов, похищены из загородного дома авторитетного во всех отношениях бизнесмена Александра Таранцева. Если ущерб действительно таков, как о нем сообщается сегодня, то преступление небывалое не только по российским меркам. Как сообщили нам сегодня в ГУВД Московской области, на рассвете в дом проникли трое неизвестных в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они связали двоих охранников и похитили деньги, драгоценные камни, а также 10 полотен. Упоминаются имена знаменитых художников Айвазовского, Шишкина и Репина. Впрочем, непонятно пока, были это подлинники или копии. Опись похищенного составить не удалось. Таранцев сейчас в Америке, где, кстати, в 1998 году он попадал в криминальную хронику. Его тогда обвиняли в сокрытии двух судимостей при заполнении документов на визу. Позднее в том же году суд эти обвинения снял. В России он известен как владелец компании, работающий на рынке драгоценных металлов, биотехнологий и гостиничных услуг.